Всем хай, с вами снова я, Одер, и это игра Ярн-122. Продолжаем играть, let's go! История. History. Походу по кругу. Зачем? Мы так продолжим. Ну что, выбирай. Я возьму, наверное, пропеллер. Поехали. Так. Едем, сносим всех, кого сможем. Сейчас первый результат посмотрим какой. И в следующий раз мы попытаемся его побить. При этом ничего прокачивать не будем. Так. Ай-яй-яй. Как тут все неудобно. Бум. Вот тут... Я даже не знаю, где взлететь. Капец, тут такое мясо творится, жесть. Разруха полная. А на какую кнопку у меня нетруха была? Эх, я забыл управление включить Блюстакса. Так, поехали еще раз. То не считалось. Нетруху я не мог из-за этого включить. Так. Давайте тут втопим. Ой-ой-ой. Что он сделал? Нитро кончилось. Все, мы проехали дальше. После этого еще раз мы проедем без улучшений. Так, качайся. Сколько зомбаков-то много. Кстати, появились жирные зомбаки. Более тяжелые такие, крупненькие. Ай-яй-яй. Вот это... Бум, шоколака, бум. Ладно, чуть вперед заехали, все. Теперь еще раз пробуем побить. На таких же основах. В смысле? Что там такое было? Ладно, мы сейчас дальше проедем. Вот я решил просто вначале втопить. Так. Не теряемся. Вот этот толстый толстяк. Толстый толстяк, ё-моё. Гениально. Мясо. Что? Я... Давай, давай! Перевернись! Еще раз, еще раз. Чего? Давай! Что за дичь? Я же не успокоюсь. Да как так? Второй раз подряд. Ну-ка-ка сначала. Я не понял, что произошло вообще. Почему сейчас так ужасно получилось? Патроны закончились. Да-да. Ё-моё, у меня каркас сломался этот. Давайте через низ. Вот тут можно было бы старт использовать. Нитр. Уху свою. Было бы неплохо, я думаю. Сейчас не очень был взрыв. Так. Нет. Я могу лучше, я могу лучше. Ладно, последний раз, давайте. Все. Как получится, так получится. Нитруху сейчас мы будем использовать в том тоннельчике. Нетруха. Звучит как нуха. Да шучу я. Зачем я эту фразу говорю? Так. Надо, чтобы он вниз поехал. Окей. Отлично. Отлично. Что мы увидели? Отлично. Блин. Так.
твою Машу. Давай. Ну ладно. Вперед проехали, да? А, да ну. Да не может быть такого. Нет, спасибо. Так, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас, наверное, будем... Ну, не знаю, движок либо это. Ладно, давайте купим себе бензика. Ладно, могли что-то еще улучшить по-любому. Это явно был не предел. Вот тут, в принципе, можно было бы попробовать взлететь. Попробуем в следующий раз. Главное не забыть об этом. Так, насчет микрофона я как бы сильно не хочу... Нет, я хочу озвучивать с того микрофона, который с Алиэкспресса пришел. Но там геморрой слишком много. Там получается, он не под... там распайка другая. Получается, если мы втыкаем в компьютер или в ноутбук, то это... Микрофон вроде как читает, но голос не записывает, голос не улавливает, распайка другая. Приходится через телефон это все делать. Так, нетруха. Вот идеально. Нет. Машина взорваться еще может, так я думаю. Так, долбанные рекламки, из-за них вот этот... Вот эта вот вещь появляется, окей. Что? Давайте еще один раз... Нет, бензинчик не будем, колеса. Для сцепления, пускай трио будет. Окей, поехали. И сейчас там... Нифига себе, они жестко отлетают. Нормально пролетели. Эх, мясо. Ну блин, колеса-то реально большие такие. Надеюсь, нам это поможет. Да, тем более мы еще нитро использовали вовремя. В принципе, я так думаю. Неплохо. Чего? За что мне отлично? За то, что я так четко приземлился и чуть ли тачку не взорвал. Я хочу наверх, да. Я хотел наверх, я зашел наверх. Давай еще раз наверх. Еще раз наверх. Давай, давай, качок, качок, качок. Блин. Не хватило. Значит, нам надо движка поднять. Движочек. И давать еще коробку передач. Ну, нитрухи добавим, не знаю. Поехали. Ох, нормально, нормально, все, поехали. Что-то он там пилочкой своей гудит. Давай. Так, где мне втопить? На, лови. О, начинает жестко резать. Так, где-то подъемчик надо споймать, чтобы нам можно было... Вообще, по сути дела, можно на дыбы вставать. И сразу нитруху зажимать. Я бы сейчас показал, но не знаю, как будет смотреться это все дело. Нет, зря, зря. Фигово получилось. Давай еще машинка. Двигатель сломан. А-а-а. Защиты не хватает, да? Вот. Только что про это как раз и говорили. Хотя, по сути дела, тут двигатель никак. Вот так вот получается. Мы нитруху нажимаем и поворачиваем так, чтобы он вверх смотрел, чтобы мы дальше летели. Я так думаю, получается. Не, сейчас у нас реально лучше получится. Мы, получается, если нитруху врубаем в начале, то он патроны экономит. И при
как его, когда дальше мы заходим, он патроны тратит на более крупных зомбаков. Патронов, грубо говоря, нам на дольше хватает. Жесть. Что за дичь? Вы это тоже видите? Из-за того, что время сверху появилось, у меня снизу какое-то мясо творится. Нифига себе, он даже раздолбать не смог. Короче, надо будет перезайти. Я после этой катки перезайду. Дорогие друзья, я воспользовался лайфхаком и отключил интернет. Короче, рекламки не будет, все нормально, чики-пуки. Что сейчас нам врубить, подключить? Давайте распределение веса. Добавим, поехали, все. Втопили. Эй. Я управление забыл. О, пускай тут летает. Мы тут первый раз, мне кажется. Хотя нет, не первый раз. Как он так быстро броню сломал, вообще не понимаю. Ну, отлично. А за что отлично, я не могу понять. Пролети, не пролети. Интересно, зомбаков... Нет, вроде бы сверху меньше зомбаков, чем снизу. Но препятствий больше, да? Вот это вот отлично было. Почему сейчас отлично мне игра не говорит? Или отлично, когда я тачку ломаю? Нифига себе, тут колесо чуть ли насквозь не проходит. Это вообще нормально? Давай, дави зомбарей. Эй! За что? Ярн туда и два. Переводится как заработать на похороны. Опа, я обманул зомби. Так, а тут что? Тут можно было бы, в принципе, вниз упасть, нетруху использовать. Ай-яй-яй, мы даже вперед не дали. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Ну что, сейчас надо, не знаю. Ай-яй-яй, чуть-чуть осталось, надо что-то добавить. Надо чего-то добавить нам. 4-4-3... Распределение веса нельзя, но ладно. Давайте нитруху добавим. Ой, две нитрухи добавили, неплохо, ладно. Окей, посмотрим, что из этого получится. Втопили! Жесть, что сейчас было? Давайте все заново. Сначала. А, давайте еще раз. Хотя я против такого. Сейчас доедем. Доедем. И вот так вот. Да как так он? Я думал, он просто втопит и все. Я надеялся лично на другое. Но нитрухи у нас еще чуть меньше половинки осталось. Давайте тут полетаем. Апана, я тут больше летать пока не буду. Достаточно. Жесть, что творится? Ой-ой-ой. Ну. Так, надо какой-нибудь моментик споймать. Почему так нитро быстро кончилось? Вообще не понимаю. Дави зомбарей. Зомби-давилка. А, пушка отпала. Броня отпала. Вообще. Вот тут неплохо можно было бы взлететь, хотя фиг его знает, что там сверху ожидает. Вдруг мы бы врезались просто-напросто. Давай, нет, не успеем, не успеем. Но пролетели мы дальше, чем могли. Так, вот теперь, ладно. Двигатели усилим, и этого достаточно, я думаю. Хватит нам. 28-й день, пожалуйста, давай, до заправки мы продержимся. За 28 дней, мне кажется, для второй заправки достичь было бы неплохо. А тут как мы взлетели? Может быть неплохо, но мы попробуем в следующий раз.
Давай, дальше дави. Сейчас я в одном местечке попробую. Но до него надо доехать сначала. Ох, ё-моё. Давай, поверху, нормально пока мисс идет. Ай-яй-яй. Поверху уже нормально было. Что тебе там помешало? Давай, дави. Так, вот тут. Вот тут должно. Нет. Давай вот сюда. И... Все, проехали. Нет. Или да? Да. Yes. Все отлично, все отлично, все хорошо. Игра сохранена. И давайте посмотрим, какая у нас машинка в итоге получилась. Гараж. Вот такая вот машинка получилась. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Всем спасибо за внимание. Бай-бай.